33-летняя Ольга Бузова много работает, но в январе телеведущая традиционно устраивает себе отпуск. Начало 2020 года она решила провести на Бали. На знаменитом курорте артистка будет отдыхать около месяца. Именно здесь снималось шоу «План Б». За организацией отдыха Бузова обратилась в элитное турагентство. Певица выбрала виллу с отделкой в национальном стиле, с мраморными ваннами под открытым небом. На территории обустроены бассейн, спа-центр, 3 ресторана, один из которых специализируется на морепродуктах. Столики накрывают прямо на пляже, рассказали StarHit сотрудники агентства, которое помогает артистке планировать отпуск. По их словам, Ольга выкупила тур на двоих. Стоимость тура с проживанием на острове в коттедже такого плана обойдется звезде в 3 миллиона рублей на двоих. На берегу Индийского океана часто отдыхают пары. Многие делают предложения возлюбленным в такой романтичной обстановке. Ольга скрывает свою личную жизнь, но поклонники предполагают, что она могла у и выбрать себе мужчину. Недавно Ольга Бузова в сексуальном боди со стразами и потяжками удивила фанатов на шоу. Иван Ургант дерзко потроллил певицу. Звезда заявила, что стала жертвой домашнего насилия.